Многочасовые пробки, перебои с общественным транспортом и повышение тарифов на такси. Таковы последствия мощного снегопада, который накрыл столицу республики. За сутки в Нур-Султане выпала месячная норма осадков. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы расчистить улицы города. Айдана Нураш передает из Нур-Султана. Жители столицы утром настигло настоящее испытание в виде снегопада и гололеда. За сутки успела выпасть месячная норма осадков. Из-за этого в городе образовался настоящий коллапс. Одни опоздали на работу, другим пришлось раскошелиться на такси и даже покорять снежные сугробы. Мощный снегопад практически парализовал жизнь в столице. В городе образовались многочасовые пробки. Таксисты воспользовались ситуацией и повысили тариф на проезд в 3-4 раза. Все не по плану пошло и в столичном аэропорту. Из-за непогоды задержались около 20 рейсов. С последствиями снегопада столкнулись и пешеходы. Так, например, в соцсетях распространяется видео, где житель столицы чуть не провалился в открытый канализационный люк. По заснеженной дороге шел и чуть не улетел туда. Разбушевавшаяся стихия спровоцировала и ДТП. По данным полиции, только к 3 часам дня произошло около 100 аварий. Непростым день выдался и для пассажиров автобусов. Переполненный общественный транспорт задерживался и даже не заезжал на некоторые остановки. На Нур-Султан выпало 25 миллиметров осадков. Норма осадков в ноябре в Нур-Султане 28 миллиметров. Высота снежного покрова составляет 25 сантиметров. Чтобы устранить последствия непогоды, коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. В Горакимате сообщили, в первую очередь снег убирают на магистральных и основных улицах, на объездных путях к остановкам и социальным объектам, а также на тротуарах. К уборке снега привлечено 2000 специальной техники и около 2000 дорожных рабочих. Выпала месячная норма снега. Сейчас дорожные рабочие у нас работают в усиленном режиме. Вчера ночью с 24 по 25 вывезли 26 тысяч кубометров снега. В Казгидромете отметили, что непогода в столице сохранится как минимум несколько дней. Потепление жителям Нур-Султана стоит ждать только в выходные. Неустойчивая погода ожидается и в других регионах страны. В северных регионах ожидаются туманы, в южных, юго-восточных и восточных регионах осадки временами сильные. На западе республики ожидается погода без осадков. Обильный снегопад ожидается и в южной столице. Алматинцев также призвали быть готовыми к предстоящим морозам. Айдана Нураш, Каламкас Насамбай, Даниар Омар, телеканал Алматы, Нур-Султан. Ну а до окончания календарной осени осталось меньше одной недели. Но, судя по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на смену теплой и ясной погоде придет похолодание со снегом. Сегодня ночью температура воздуха опустится до -1, -3 градусов. Завтра днем будет облачно, временами ожидаются осадки в виде сильного снега и дождя. Днем и ночью похолодает до -2. Городские коммунальщики уже готовы к капризам погоды. Как сообщили в Акимате, убираться дороги от снега будут каждые 20 минут. Следом их обработают противогололедными материалами.